«Пятница» и «Грамота». За отличные показатели в обучении вручается Никитиной Екатерине Сергеевне. 17 красных дипломов в группе из 26 будущих педагогов начального образования. И это гордость Городецкого губернского колледжа. А в целом документы особого образца получит пятая часть студентов учебного заведения. Этот выпуск для ГГК особенный. По словам руководителя колледжа Валерия Ерикова, эти ребята – будущие педагоги, повара, судоводители, ремонтники, настоящие первопроходцы. Именно они стали первыми участниками и призерами регионального чемпионата WorldSkills. Опробовали инновационные производственные программы, а также сдавали экзамены по новым государственным стандартам. Около 80% ребят уже трудоустроены. Выпуск, который олицетворяет сегодня все наши усилия педагогические, профессиональные, в тех компетенциях, которые получили наши выпускники после майских указов нашего президента. Вся страна работает на эту программу, на программу развития наших производительных сил. Большая задача поставлена и перед профтехобразованием. Хотел бы поблагодарить учителей, преподавателей, директора колледжа. 4 года прошли незаметно. Запомнились в основном это производственная практика, 2 навигации мы проходили. И, конечно же, учеба. Лаборатории. 4 года студенческой жизни – это еще и новые друзья, спортивные победы, праздники творчества, различные конкурсы и раскрытие скрытых талантов. И, конечно, вручение дипломов. Этот день, по словам ребят, они долго ждали. А запомнится он теплыми душевными напутствиями, веселыми концертными номерами и, конечно, яркими эмоциями. Очень волнительно, грустно и в то же время радостно, что этот этап жизни закончился и наступает новый этап в своей профессиональной деятельности. Я буду вспоминать наших педагогов, их наставления, их творческую натуру, брать с них пример, конечно же, потому что в Городецком губернском колледже самые лучшие преподаватели. Конечно, девочки мне запомнятся своими талантами, своими интересами, своей современностью, своей оригинальностью. Я рада, что в дошкольные учреждения они пойдут вот именно такими. Потому что это воспитатели, очень хочется надеяться, 21-го тысячелетия. У них новые идеи, у них новые технологии, у них новые подходы, у них новое понимание воспитания детей, дошкольников. Галина Вотрина, Алексей Матросов, Валентина Незамаева, Ксения Солохина и Андрей Мосин. 5 педагогов-кураторов, которые вели ребят все 4 года. В их адрес на торжестве звучали особые слова признательности и благодарности. Этот трогательный и волнительный день объединил всех – родителей, детей и тех, кто раскрывал им секреты профессионального мастерства. Впереди у всех выпускников Городецкого губернского колледжа новая взрослая жизнь и пора свершений.